Капрал Дуэйн Хиггс, CQ-404-821-5-9. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хиггс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. 17 недель назад десантный борт Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть, мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою! Всем быть в ангаре через 20 минут! Назовитесь. Капрал Кристофер Уинтер, 118-й батальон, на борту Сифоры. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США «Сифора»? Внимание! Прямо сейчас Рино-2-1 и Рино-2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри-161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыта сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи! Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рина-2-1. Двигаюсь в их направлении. Всем привет, с вами Малыш. И чисто случайно нашел в библиотеке Steam у себя игру 2013 года. Aliens Colonial, что-то в этом роде, Marines, как-то так. Ну, короче говоря, игра про чужие. Про чужих. Фильм «Чужие» вы, наверное, смотрели. Ну и думаю, дай-ка пройду. Я ее вроде как не проходил. Может быть, начинал, но до конца не проходил. И игрушка действительно неплохая. И графика на 2013 год вообще просто отличная. Даже сейчас неплохо это смотрится. Думаю, будет атмосферно все. Ну что, поехали.
Так, сзади никого нету. Ладно, идем дальше. Заперто. А, вот. Кораблики летают. Ну что, 60 FPS держит стабильно. Запись идет стабильно тоже в 60 FPS. Все отлично. Да, графика уже не та, но для 2013 года очень даже неплохая. Вау! Это что за нафиг? Уинтер, что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, вы уже взлетели? Взрыв на Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме. 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулаку. Прием. Я надеюсь, обратно не надо будет здесь идти. Здесь погибшие и раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым. Ого. Рино, 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель. Это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1. Как там дела у 2-3? А, Уинтер. Смотри-ка, он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Движутся? Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сифора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Так, сейчас мы с Уинтером. Черт. Сифора, я следую по направлению к 2-3. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Конец связи. Да. Ну что, в принципе... Атмосферно, нормально. Поугарать можно. Насколько я помню, это у нас как боевик-ужастик. Посмотрим. Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. Хорошо. Найди, говорит, разговорчивую половину. Нормальный расклад. Ага, дальше не пускают, ладно. Офигеть, это его тут по всему, что ли, размазал? Насколько я помню, вот эта вот белая жижа, это как раз кровь от того андроида. Как он там, Бишоп, да, кажется, его звали? Ну, не кровь, не смазка, а вот эта вот на жидкость. Ну, можно назвать кровью, его кровью. Это у нас проблесковый маячок. Какое-то движение было. Пошла подгрузка небольшая. Нормально. Описание системного системника можете посмотреть в описании канала. Вот. Я напомню, что у меня аудиокарта Креатив. Также гарнитура Креатив. И поверьте, что звуки в играх очень-очень важны, потому как вы с помощью звуков ощутите всю полноту самой игры.
это что сейчас такое было? Что-то мне так кажется, что зря я взялся за этот хоррор. Ладно, не будем дрейфить. Посмотрим, что у нас будет дальше. Похоже на отстрелянные криокапсулы. Жуткое пробуждение. Вы это видели? Это, по-моему, был чужой. Блин, а фонарик-то где? А, вот фонарик, отлично. X. А куда он там скрылся-то? Что-то я там ничего не вижу. Мне показалось, или правда там был чужой? Ох, мне кажется, не зря здесь это все запаивали. Твою ж дивизию. Мы в гнездо, что ли, идем? Твою мать. Капитан, вы это видите? Ай. Фух. Я начинаю немного как бы это переживать по поводу этой игры. Еще ни черта не видно, блин. И что самое интересное, насколько я помню фильм, они вот с этими строениями своими сливаются так, что не поймешь, есть там кто, нет ли там кого. Фух, ладно, идем дальше. Боеприпасов, правда, немного. И все-таки атмосферный звук есть. И это действительно классно. Это что за хрень? Что за... камера? Это ка... Это камера. Кто-то разговаривает. Винтер! Ух, ёкарный баба, он живой. Вытащи меня отсюда! Сейчас, чувак, подожди. Вот он! Твою ж мать, он есть. Стреляй в эту тварь! Козлина. Давай, режь! Фух. Я его увидел. Классно. Сейчас мы тебя давай, вытащим. Давай! Сифор, это Уинтер. Я обнаружил Киза из Ирина-2-3. Вокруг вижу тела, но не всех. Одного или двух морпехов из 2-3 не хватает. Что, погибли? Ага. Погиб. Не ссы, я тебя вытащу. Уинтер, бери тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать. Сэр, это Киз из 2-1. У нас было задание добыть черный ящик Сулака. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращайся. Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении... Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. К черту приказы. Черный ящик совсем близко. Возьмем его, потом прибудем к Рино 2-1. О'Нил, ты все еще там? Дерьмо. Парни, возвращайтесь. Нет. Дай нам 10 минут, мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Киз, постарайся найти Беллу. Ура и к черту, морпех. Постараемся. Спасибо, О'Нил. Ох, что-то не нравится мне это.
Здесь кто-то есть. Серьезно, что ли? Контакт! Контакт! Понеслась! Черный ящик находится в верхнем помещении! Нашел! Сзади! Блокируй двери! Хватай черный ящик! Центральная консоль! Бери черный ящик! Выходим через минуту, да? Да! О, Нил, соскучился? Черный ящик у нас, 2 минуты. Кейт, лови! Уинтер, понял тебя. Нежничать потом будем. Возвращайтесь. В черном ящике будут данные о том, что произошло на Сулако. Если мы его доставим, неизвестно еще, что выяснится. Да лучше бы вообще ничего не выяснялось. Какого хрена я вообще тут делаю? Блин, крепкий какой, а? Надо хоть дверь за собой закрыть. Цели слева! Серьезно? Видишь цель? Уинтер! Нет. В упор, блин, не вижу. Ваш активный комплекс снаряжения включает в себя 4 ячейки для основного, дополнительного, личного и тактического оружия. О как. Чтобы заменить оружие в ячейке Б, на экране появится ваш арсенал, чтобы заменить список оружия, подходящих для ячейки. А, вот как. Это что у нас такое? Так это и так можно поменять. Колесико мышки, ёкарно бабай. Да что же это такое? Да ёк... Корней. Тут даже прицелиться некогда. И ещё один. Чувак, может уматывать уже отсюда будем? Будем у тебя через минуту. Ух, ё! Поздно! Фух, закрыли. Так, боеприпасы, броня. Смотри в шлюпке, твари! Бросаю гранату! Эй! Ну... Ты что, совсем спятил? Идиот. Беги к соединителю! Внимание! Разгерметизация 21:17:30. Соединитель! Добили! Ждать, когда нас эвакуируют, некогда! Пойдем так! После взрыва здесь необходимо! Тут необходим код доступа! И сломай к чертям собачьим эту гребаную дверь! Оружие к бою! Да-да, есть, есть! Включаю отмычку! Нифига он подлетел.
Блин, они крепкие, писец. Сохну, я тебя убью!